Всем ассаламу алейкум, друзья. Как вы можете видеть по моей одежке, я не работаю. Еду машину сдавать. Колеса я еще забирал, летние. Что я могу сказать? Еду сдавать. 187 тысяч остались. Сейчас я буду разговаривать. Безусловно, он должен вернуть мне сумму, а потом возвращаю машину. Вот такие вот пирожочки. Ну что, буду вас сейчас держать в курсе. Короче, до Саларьева получается где-то 40 час ехать. Сейчас быстренько моечку сделаю. Так, машина изнутри пропылесосил, почистил. Снаружи там помою. В принципе, как было, так и в таком виде. Смотрите, что за аппарат. Просто бомба-пушка. Есть же Уаях или Уая называется. Владелец оказался знакомым коллегой. Привет! Привет! Как ты? Познакомься с моими подписчиками. Так, мы у кого там таксуем на Камри, вроде, да, как я помню. Да, есть такое. Ну что, меня зовут, псевдоним у меня на Bolt TV. Но. Вот. Не знаю, ссылочку он кинет, не кинет. Ну, мы его здесь поставим. Вот. Я арендую этот Voyah. Voyah или Voya? Voyah. Voyah. Voya. Кто как называет. Может, распаковку так, сделаем? Так, не трогаем пленочку. Да. Тачка электричка. Полностью, да? Полностью. Ага. Полный привод. Тачка просто класс. Угу. Ну сейчас мы подснимем, посмотрим. Разряд, блин. Сколько? Зимой прям садится бы. 400, 300? 370. Вот сейчас ну, плюс-минус там с расходом. Ну я заряжаюсь, блин. А ты где заряжаешься? 2 часа. Где заряжаешь? На заправках. Да. На зарядных устройствах. Интересно, конечно, у тебя экспириенс будет. Сейчас, давай. Давай, я пока. Располагайся. Посмотрим. Друзья, если вы ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Почему? Да потому что они из крупнейших парков, которых я встречал и в которых я работаю. Знаете, на данный момент сколько у них заказов выполненных? 19 миллионов. Я сейчас вот сюда скриншот поставлю. Эксперт Парк — крупнейший партнер Яндекс доставки, такси, а также сотрудничает с Яндекс Едой. Если вы хотите работать легально и ищете надежный парк, то я вам рекомендую Эксперт Парк. Сниженная комиссия 40 рублей в сутки, моментальные выводы, 4 способа вывода, выбирай, который именно подойдет тебе. Бонус. Приведи друга, 1500 рублей в кармане. Поддержка работает у них круглосуточно, я сам лично проверял. Также есть возможность работать как физлицо с комиссией парка 50 рублей в сутки. Напоминаю, 50 рублей в сутки, если не работаете, не снимают. Переходите на сайт Эксперт Парк, звоните, уточняйте. Так что все ссылки в описании, дерзайте. А мы что, погнали дальше работать? Аудиосистема Дунай, бляха, что ты там? Не знаю. Опа. Опа. Это что такое, камера? А что, у тебя пассажиры так ездят? А они пищат без пассажиров. Серьезно? Вот китайцы же есть. За безопасность. Ну да. Не, ну он же должен считывать то, что пассажир сидит или нет. Ну он считывает. Так а как он тогда пищит? Когда пассажир садится, ага. Вот. И... А он же должен пристегиваться. У тебя пристегивается он. Ну, плюс-минус 50 на 50. Ну вот. Экран. О, работает. Так, подстаканники. Четко. Ну, третий ряд, как бы три места. Да. Сколько говорил аренда? 11. 11 тысяч. И 7, заряжаюсь 7-0? Я. 7-0? Да, 7-0. Бля, панорама. Вот это? Да. Ой, знает все, куда нажать надо. А, удерживать надо? Да. Короче, 7-0. Ага. Ну, блядь, много. Ну, много, да. За китайцев много. Вот этих можно машин, 20... Этих машин две. Одна белая, одна черная. В вашем парке? Да, их вообще... Ну... Они в тесте были.
А, серьезно? Сейчас еще 6, допустим. Короче, панорама вообще бомбовая. Ну, летом будут кайфовать. Ну да. Ну я вот не знаю, они будут ждать ее или нет. Кто? Ну, пассажиры, когда вызывают, видишь. Ну, отменяют, да. У тебя бывает? Но ждут, кому интересно. Ну да. Понял. Многие ждут. Прикольно. Ну, опять же, сравнивают с Хончи. H9. Да. Но мне кажется, это лучше, чем это H9. Лучше. Да. А подсветки есть? А? Подсветки есть? Да. Света, музыка есть. А что это за кнопки камеры? Давай, иди сюда. Вот эти, которые у тебя стоит, там кнопка, камера. Я не знаю, что фиксирует, но фиксирует. Люди... А, мне кажется, вот это, видишь, да, вот да, камера да, стоит, да, типа, да, это да. Салон снимает. Мне кажется, от этого... Блин, козырьки, конечно, прикольные. Козырьки прикольные. Смотрите. Раз. И все. Да, да, да. Еще ну, такое зеркальце. Слушай. А как для... открывать-то? А, вот здесь да. есть. Слушай, для повседневной жизни хорошая? Электричка просто космос. Да. Для работы мало заряда. Ну да. Ну, запас ходу. Угу. Ну, блин. Китайцы. Ну, молодцы. Все говорят, что они, блядь, уделали Теслу. А, этой машины. Да. А, в примере еще катается Li9, который там гибрид, 1.5 литра и зарядка электрическая. И 12, да, аренда вроде. Я, честно, не спрашивал, но видел, что катаются. Ну, не такая аренда, как у меня. Наверное, да. В принципе. Блин, спереди просто бомба. А, еще проекция. Охреневшая проекция. Сейчас впереди посмотрим. Ручки выезжают. А как они это? Пассажиры? Я открываю. Ты открываешь. Иногда же бывает, типа, подходят, типа, сами или открывают. Ну, я на кнопочку разблокировать двери, они сами выдвигаются, сами. Да. Понял. Смотри, сейчас, может, пневма поднимется. Ну-ка. Она поднята вроде. Ну-ка. Должна. Нет, она поднята вроде. Нет. Не поднимает. Нет, значит поднимает. Короче, раз на раз. Кто Ряд? Поднимается, кто не поднимает. Ну, блин, извините. А это как открывается? А изнутри? Ключа. Оу. А, автоматически? Ну, да. Ничего себе. Стоп, как багажник. Ага. Прикольная тема. Раз. Раз, раз. А что, это сенсорное или что? Я что-то не могу понять. А, что закроет? О, ничего себе, багажник-то. Первый раз вижу того, который, блин, без этого, понял? Ага, ловко. Да-да-да. Херак-херак засунул. Тут история у меня, короче. Приезжаю. Еще больше, да? Приезжаю в шарик. А что ты здесь делаешь? И мужик просто два чемодана здоровых. Я первый погрузил. Он, давай в салон. Я говорю, нет, не положено. Ну, в салоне люди, блядь, не едут. Ну, да, да. И, короче, он на меня жалобу кинул, что, типа, я неадекват и пьяный. Да. И мне заблокировали на 20 минут, пока выясняли ситуацию. Раз. Еще такие есть клиенты. Фара потеет сразу. Да, вот левая. Да. Ну. Больше. Лишь конденсат. Да, 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 с той стороны. Ну ничего, нормально. Так что люди, ну, рады. Это спойлер вроде выезжает. Да, выезжает. Не, ну панорама мне нравится, конечно. Без люка, да, получается? Без, да. Кайфовать. Не, ну в целом, ты все? Да, ну, короче, тачка по паспорту 480 запас. Ну. И минус, минус, знаешь, в чем прикол? Видишь, спицы широкие, ну и? Снег залетает сюда. Пластик. Залетает снег. И вот
из-за этой хуёво выбить снег. Да, и иногда вибрирует. Да, 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 да. У меня то же самое, видишь, вот эти спицы. Ну, у тебя они нормальные. Ну, нормально, но иногда бывает, когда по снегу едешь, они сильно забиваются. Пока ты не дашь газу, они не вылетят. О, вы. Да, 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 да. Посмотрим спереди, как вам, понравится или не понравится. Ну, бесшумная, конечно. Уф. Не, перед нравится. Перед агрессивно выглядит. Дистроники, все. Воях. Вообще нет звука. Даже никакого. Ну... Без звука, как тебе? Непривычно? Или честно, уже привык? Честно, я сразу привык, потому что я устал от этого крутящего момента. Ты просто на педаль нажимаешь чуть-чуть, и она уже летит. А тут ты на Мерседесе нажимаешь, она только... Есть вот такой... этот крутящий момент. Есть такое. Так, что, поднимется, не поднимется? А, ну-ка. Ну, типа она поднята, но это... А попробуй, отпусти. Говорю, то работает, то не работает. Тоже минус какой-то. Китайцы. Камер. Сильно не запачкаются. Блин, раз, два, три, мать его. Еще спереди четыре. И по кругу. А, ну да, еще спереди. Еще сзади. Короче, это сразу моментально пачкается. Ага. Как у всех. А сзади не закрывается, да? Не убирается. Ну, это минус. Скажи же минус. Минус, да. Мерседеса, блин, всегда. Ну тоже там. Не-не-не-не. Она закрывается, но я. Опыт есть. Она тоже грязная всегда. Приходится открывать эту камеру и протирать. Ну, бывает иногда, да, когда мойкой делаешь, иногда да, там да, запачкает. Да, да. Ну, в целом, друзья, подписывайтесь на его канал, Анабол ТВ, будем рады. Скажи. Спасибо всем за то, что вы смотрите этого молодого человека. Спасибо, спасибо. Таксуем на Камри. Тоже подписывайтесь. Да. Ну что, мне надо срочно ехать, сдавать машину. И искать уже для себя. Ну, загрузит, что-то не загрузит. А, салонный камень? Да. Так, что-то... это я тут хозяйничаю. Ну, они видят, наверное, эту камеру. И... Да не, люди не видят. Как бы. Это я тут грущу. И три монитора. Раз, два, три. Вот так. Четыре. А, ну, тут еще вот два пальца вот так покажешь, она будет фоткать. Ага, да-да-да. Ну, Давидыч показывал. Вот, я тут разговариваю, тоже два пальца как-то показал. Шик-шик. Вот это. Так, о, кадры, блин. Да. В шарик ехали. Вызвали бы, например. Нормально, нормально. Да. Ладно. Давай, удачи. Давай, еще раз. Все. Все, короче, сдал машину под его ответственность. Все, погнал. Все хорошо. Деньги перевел. Остался депозит, который, если штрафы не придут, через 21 день он мне вернет. 11 400 рублей. Как-то так. Все, машины. Попрощался. Все, я пешком. Я вроде все забрал. Ничего не оставил. Все, своим ходом идем в метро. Да, вот тут, конечно, можно здесь заблудиться конкретно. Сейчас вверх поднялся. Сейчас вниз. Да, деловой центр. Нет посадки. Посадка здесь. Я туда поеду. А, вот, Шелепиху мне надо попасть. Понимаете, да, к чему это идет?
вопросы. Короче, если будете проходить тесты на бизнес-тариф, проходите сразу общим. В общем, это там премьера, элит, чтобы заново, как я, не пересдавать. Смотрите, вопрос. На улице плохая погода, после каждой поездки что будете? Буду протирать ручки, пороги, стекла и коврики после каждой поездки. Правильно. Полпути пройдено. Ну, то есть не полпути, а 15%, 20% из теста. Все сделаем. Откроем премьер элит. Может быть, на эску может получится пересесть. Кто знает. Друзья, вот и настало время проходить видеоинтервью на премьер и элит. Смотрим. Здравствуйте. Звонят. Меня зовут Анна, я сотрудник службы развития качества сервиса Яндекс.Такси. У нас с вами на это время назначено видеоинтервью по тарифам премьер и элит. Удобно ответить на несколько вопросов? Да, конечно. Отлично, мы немного побеседуем, несколько вопросов разберем, после скоординировать по дальнейшим шагам. Уточните, в каком городе вы планируете выполнять заказ? Вы меня слышите? Поняла. Тариф ультима высокие требования к водителю автомобиля. Дальше галстук однотонный. Носки черные, ремень черный. Обувь какая-то, помните? Темно-коричневый тоже. Поняла. Подскажите, замшевая обувь допустима? Нет. Поняла. На костюме узоры допустима? Нет. Без узоров. Однотонно. Поняла. Какая рубашка допустима по стандартам сервиса? Белая. С длинными рукавами и воротниками. Каким воротником? Длинным. Так, подскажите, какие пуговицы должны быть на рубашке? Однотонные. Да, белая рубашка без рисунка, без узоров, всегда должен быть длинный рукав, должна быть сквозь. Бороду можно носить, если только как бы короткие и ухоженные. Про бороду спрашивали. Допустимо ли снять пиджак в тарифе премьеры? Нет. Тарифе бизнеса? Да. В тарифе бизнеса можно без пиджака и галстука. Так, в тарифе премьеры здесь снимать пиджак нельзя, но если температура воздуха на улице выше 25 градусов, вы можете снять пиджак и оставить его в багажнике. В тарифе бизнес можно снять пиджак, он не обязателен. Да? Подскажите, а галстук можно снимать в тарифе премьеры? Нет. Хорошо. Какие аксессуары допустимы? Классические часы, обручальное кольцо и Apple Watch только с классическим ремнем. Хорошо. Подскажите, а можно ли использовать баржу? Нет, категорически нет. А для чего такой стандарт? Как считаете? Возможно, у пассажиров аллергическая реакция. Беременные там не приносят неприятные там запахи, если... Поняла. А какую одежду выберете в холодное время года? А пальто? Поняла, подскажите. Иногда связь прерывается, вот сейчас слышите? Нет, категорически. Если повредился во время заказа, завершаю заказ и выезжаю дальше на линию. То есть после того, как я устранил. Какие ароматы, допустим, в салоне? Никакие. Какую температуру воздуха нужно установить? 20-22. Как будете регулировать сиденье переднее пассажирское? Что еще раз? Как будете регулировать сиденье переднее пассажирское? Полностью до упора, чтобы пассажиру легче было садиться и чтобы ему не мешало сиденье. А что можно хранить в багажнике? Верхнюю одежду, свои личные вещи. Подскажите, какие личные вещи могут находиться в салоне автомобиля? Друзья, короче, вы поняли. Вопросы, ответы туда-сюда. Кому интересно, пишите, пожалуйста, максимальное количество лайков поставьте. Я полностью там 15 минут я отвечал на вопросы и задавали вопросы. Я это все воедино сложу и загружу отдельно роликом. Как пройти тест в тариф премьер и элит. Вот.
если кому будет интересно. Просто я не могу это выложить физически, потому что у меня уже 27 минут, с этим уже около 30 минут будет. Поэтому прошу вас максимальное количество лайков, чтобы я видел ваш актив, что вы хотите это до конца посмотреть, как пройти, что сказать, какие ответы. Поэтому жду от вас обратных связей. Смотрите дальше. Я вот, понимаете, я только что выходила из клуба и поцеловала совершенно незнакомого мне мальчика. Серьезно? Да, поцеловала и ушла. Как вам такое? Интересно, а честь чего? Просто, дайте... Захотели? Не то, что его захотели, а просто захотели такой экспириенс. А, и как? Не знаю, есть такое, думаю, Но этот человек был доволен или сказал, ты чё, не оттолкнул? Конечно, был доволен, ещё бы не был. Не, если вы меня бы поцеловали, я бы возник бы. Сказал бы, с вами все хорошо. А то есть вы бы так сделали? Но моя реакция была бы такой, таким. Да не было бы такой. Вы что? Да. Потому что я верен своей жене. Тогда вот извините, если у вас есть жена, то без проблем. Кольцо на пальце, быстренько? Нету кольца. Вот так вот, значит. Кольца нету. Как вашу жену зовут? Сейчас быстренько ей наберу и все вопросы уладим. Мария. Мария сейчас дома вас ждет. Не, она хочет, но я пока что не люблю. Не любите ее, Марию? Нет. Кольцо носить. Кольцо. А я вам сейчас, знаете как, кольцо прям прижму на вашем пальце. Да, чтобы это отпечаток остался. Да, чтобы ни в коем случае вы даже не могли при другом рассказе его убрать. Нет, я верен своей жене. Это правда. Понимаете, это заслуг. Спасибо. Это самое главное, чтобы мужчина был верен своей жене. Правда. Потому что он сейчас написывает какой-то просто в возрасте мужчина. А мне он не нравится. А в возрасте примерно? 60 лет. Он говорит, что он любит свою жену. Я ему пытаюсь объяснить, что мужчина, вы мне не интересны. А что он вам пишет-то? Вот намеки на эскорт. Я говорю, мужчина, вы меня перепутали с кем-то. Я не та девушка, которую вы можете снять. Он начал там извиняться, все дела, там говорить то, что там вы не там подумали. Сглаживать углы, да? Я не эскорт. В первую очередь, я ищу нормальных, достойных отношений. Где я их найду и когда я их найду? Вот это вопрос. Но лучше, знаете, как говорил Омар Хайям. Лучше быть одной, чем вместе с кем попало. И лучше быть, я сейчас исковеркую, конечно, его фразу, что лучше там по типу голодать, чем кушать, что попало. Блестящие слова. Согласен. Поэтому я именно поцеловала какого-то хуй пойми какого мальчика, блядь, в клубе. Захотели. Поэкспериментировали. Да, мне интересно, какие чувства возникнут у этого мужчины. И что он сказал? Я не знаю, я поцеловала его, пошла. А, быстренько, да? То есть не остановились даже. Даже не и сказала, как тебе? Каково тебе? Я даже не сказала. Честно, у меня есть один мальчик, я сама из Калининграда. У меня есть один мальчик, которому нравится. Но он не готов на серьезные отношения. Он не готов? Да. Как сделать так, чтобы он был готов? Слушайте, это он должен решать, на самом деле. Так вы, если будете его там подталкивать, да, грубо говоря, что-то делать, то получается вы ему, навязываете. Да, навязываете. Это он сам должен понимать, что действительно, если он любит вас, да, скажем так, и он должен какие-то шаги делать грандиозные, грубо говоря. Так что терпение. А я симпатичная девушка. Я вас не видел. Вы обернитесь. Я никак не смогу сказать. Магнули вот. Да, нужно прямо. Прямо мы не сможем сейчас поехать. Давайте сзади. Если у вас получится. Задом. Если только никого нет. Пока что нет. Просто
пешеходный переход нельзя задом, а то я уже заезжал. И что, штраф? Штраф 5000. Вот есть повторно будет лишение. Да. Это у нас сейчас повторно. Смотрите, какая-то машина есть. Здесь? Сейчас я могу открыть? Не-не-не. До свидания. Спасибо, и вам тоже до свидания. Пришлось нарушить. Ну, никого не было. Алло. Меня зовут Наталья. Вижу, что вы уже долго без движения находитесь. Все хорошо у вас? Голова кружится. Так. Подробнее, пожалуйста, могли бы уточнить, что у вас самочувствие? Спать хочется, голова кружится, туалет, кушать хочу. Так, вы сейчас отдыхаете, я правильно понимаю? Ну, хотелось бы домой поехать и дома в теплой постели спать, но Яндекс не отпускает. Благодарю за уточнение. Всю информацию зафиксирую. Вам всего доброго. До свидания. И вам. Благодарю. Ой, блин, я еле-еле удержался. Че, никому не звонят, что ли? Я на линии, никуда не двигаюсь, и мне звонят. Смотрите, что за заказ получил. Пушка-бомба, да? За 2 часа 20 минут показывает. Но и мы уже приехали. 2 часа. Готовы услышать, увидеть цену? 13 700. Завершайся, пожалуйста. 1300 я платил поездку. Так, завершаем. Они мне вернутся. 1300. Вот так вот. Следующий заказ был. Знаете, что за заказ был? Обратно в Рязань. Но его отменили, к сожалению. Платная подача была. Ничего себе, да? Так, Тверской проспект. Что, попробуем поработать здесь? Ну что, пассажиры идут? Ну-ка. Вечер добрый. Здравствуйте. Опа. А с той стороны можно сесть. Ну, ладно. Добрый вечер. Аккуратно, пожалуйста. Здравствуйте. И аккуратно. А можно, да, пожалуйста? Братское сердце, на светофоре останови, пожалуйста, человека освободим и отпустим, и поедем в Мегалово. Так. Надеюсь, что я на Громова поставил, да? Громова стоит. Да, все, замечательно. Туда едем? Вот, поэтому, Паш, туда едем? Я очень... Да? Да, да. Все туда? Правильно, да, едем, все правильно. На светофоре там на остановке просто стоит человек, выпустил. Спасибо. До свидания. До свидания. И вам того же. Ну, Толян, давай. Давай. Давай, жду тебя. Почти 12 минут. Сколько? 9 км, что ли? Ладно, пусть будет. Зато попробовал. Зато попробовал, мужичка привез. Ну, блин, не удивился. Так просто сказал. Хорошая машина, и все. Никакого удивления. Он говорит, ловить здесь нечего, езжай домой. Ну, 17% это, конечно, не 30%. Неплохо, 300 рублей в карман чистоганом. Все, еду домой. Выскочил уже, есть в Москву. Так, дверь. Все. Остался позади. Южный обход Твери. Домой ехать где-то 2 часа примерно. Касса сегодняшняя 22 тысячи, из них 1300 минус 21 700. Как-то так, вот такие вот результаты за 2
две смены, утренние и вечерние. Ну, примерно за 15 часов, скажем так, рабочих времени. Все, погнал я домой. Может, по пути скинет шарик. Будет вообще шикарно. Бензинчик будет. Я третий раз уже в Твери.